Завтрак. Войдите. Where would you like it, sir? Куда поставить, сэр? На столик. Thank you, sir. Спасибо, сэр. Thank you. Спасибо вам. Thank you. Спасибо. No, thank you. Нет, нет, спасибо вам. Хорошо, выключайте. Слишком большое напряжение 3-4 участков. Нарушение системы прохождения электрических импульсов. Опять эта чертова рука. Ну что, доктор, насколько мы теперь отстанем от графика? Я не смогу сказать, пока я не проведу полный анализ. Ну, хоть примерно. Ну, не знаю, на пару дней, может быть. Вам, наверное, не нужно напоминать, что через 7 недель у нас генеральная проверка. Наверное, мне не нужно напоминать вам, доктор Хеллер. Если эта рука не сможет играть на рояле, не замыкаясь постоянно, нам с вами придется где работать? На улицах, подметая тротуар перед зданием. Доктор Симмонс, Ева 8, готова в 4-й лаборатории. Мне нравится этот пиджак. Замечательный пиджак. По-моему, мне нужна еще сумочка. Спасибо. Очень хорошо. Как я выгляжу? Nelson Entertainment представляет. Грегори Хайнс. Рене Саутендик. В фильме «Ева. Разрушительница». Также в ролях Майкл Грин. Карт Фуллер. И Джон М. Джексон. So, where are you from? Ну, так вы откуда? Нью-Йорк? Чикаго? Из Нью-Йорка? Чикаго? You look big city to me. Сразу видно, что вы из большого города. Class. Ну, понимаете, чувствуется класс. Правильно? No. Нет. But thanks for the compliment. Но спасибо за комплимент. You staying here long? Вы надолго к нам? No. Нет. Quick in and out, huh? Так, туда и сюда, по-быстренькому, да? Thank you.
композитор Филипп Сарду. Монтаж Каролайн Биггерстафф. Художник Питер Ламонт. Оператор Эллен Хьюм. Автор сценария Данкан Гиббинс и Йейл Юдов. Продюсер Дэвид Медден. Режиссер Данкан Гиббинс. Никому не двигаться. Лечь на пол. Быстро. На пол. Лечь, я сказал. Лечь. Не двигаться, черт. Леди, в чем дело? Ты что, оглохла? А ну на пол, пол целовать. На пол, а то убью на месте. Ты что, умереть хочешь? Ты дура чертова. Пошла ты. Okay, let's do it. Хорошо, начинаем. Все, выходите, быстрее, быстрее. Быстро, быстро, быстро. Пошли, пошли. Осторожно, это один из них. Пошли, быстро. Быстрее, быстрее.
Черт. Построиться. Вебстер, Харрис, Демойн, Саперстин, Картер. Вы все уже покойники. Господи. И у каждого будет эпитафия. Он погиб за свою страну, потому что он ни хрена не слушал, говнюк. Интересно, сколько раз повторять вам, ребята? Никогда нельзя расслабляться. Ни на секунду. Это мы починим. Нельзя все принимать на веру. Так что, чтобы показать вам, кто здесь настоящий Господь Бог, я чудесным образом могу вас всех воскресить. Двигайтесь, чтобы мы могли попробовать еще раз. И на этот раз. Без ошибок, ясно? Так точно, сэр. Что? Так точно, сэр. Это что еще за говно? Приказ, сэр. Вертолет прилетел за вами. Ты что еще, за меня вещи собрал? Ладно, Картер, ты командуешь. Слушаюсь, сэр. О, придется заменять Господа Бога. Вольно. Мам, ну можно я тебе расскажу? Секундочку, Тим. Тим, что ты делаешь? Ну давай. Это мужчина, это женщина, это влагалище. Что? Мама, здесь нечего стесняться. Ты прав. Алло? Нет, простите, доктор Симмонс, сейчас беспокоить нельзя. Это сиськи. Кто тебе сказал? Не папа, клянусь. Тим, это грудь. А то слово не очень хорошее, ладно? Ладно, груди. А знаешь, как это называется? Это? Ну, скажи. Яйца. Это мне папа сказал. Доктор Симмонс, вас к телефону. Мария, я же говорил, меня не подзывать. Простите, это доктор Хеллер, он говорит, что это очень срочно. Ладно, мне нужно поговорить. Тебе придется подождать. Надеюсь, у вас есть какая-нибудь причина? Что? Хорошо, хорошо, приеду. Ну, скажем, через час. Да, пока. Мне нужно ехать. Вам придется отвезти Тима в аэропорт. Эй, Мария тебя отвезет в аэропорт, хорошо? Я позвоню еще. И Тим. В следующий раз нам будет намного веселее, обещаю. Ну, поцелуй меня. Пока, милый. Да. И запомни, они называются яички. Thank you.
Билл Шнайдер из NSC. Джим, это Билл Шнайдер из Совета национальной безопасности. Я много про вас слышал, полковник. Сэр, садись. Послушай, я знаю, ты недоволен. Я могу тебя понять, учитывая, сколько ты работал над этим. Но этот кризис с заложниками, придется подождать с ним. Если мы их не спасем, сэр, как можно быстрее, скоро некого будет спасать. Полковник, заложники сейчас не самое для нас главное. У нас есть более срочная проблема. Джим, ты сейчас познакомишься с наиболее охраняемой тайной в этой стране. Абсолютно секретная информация. Это проект Роб. 25 лет назад. Цель проекта — создать робота, который будет похож на человека. Как вы видите, в то время технология была весьма примитивной. Сегодня это Ева-8, произведение искусства. Для того, чтобы она могла быть похожей по-настоящему на человека, в ее программу были вложены воспоминания и мысли ее изобретателя, доктора Симмонс. Доктор Симмонс также была использована как модель для лица и структуры тела Евы-8. Также в нее была заложена память доктора Симмонс. Это агент наблюдения, но она может быть и агентом на поле боя. Ева-8 сейчас проходит последнюю серию проверок. Это что, все за правду? Что вы имеете в виду? Ну... Я знал, что у нас проводят исследования в этой области, но это невероятно, да? Невероятно — это слишком слабое слово. Магазин оружия. Сегодня проводились испытания в городе. Вот это снимала камера в банке. Как ты видишь, она получила пулю. И когда пуля попала в ее организм, каким-то образом мы не знаем как, но вся ее программа сбилась, и теперь она где-то в городе. И вооружена. О, да, и вооружена, еще бы. Хорошо, можно буду задавать глупые вопросы, а? Вы знаете, где она сейчас? Нет. Человек, который следил за ней, наш агент, был убит во время перестрелки. Связи с ней нет. Совершенно верно. Когда мы найдем ее, как ее выключить? Это все не так просто, полковник. Она больше человек, чем машина. Понимаешь, Джим? Она как обычный солдат. Ей даешь приказ, инструкцию, и она выполняет их. Насколько она опасна? Она может быть очень опасной, если она будет находиться в режиме боя. Что такое режим боя? Режим боя — это состояние наибольшей готовности Евы-8. Это означает, что она готова использовать силу для того, чтобы защитить себя. То есть это значит, что у нее нет настроения выполнять приказы вышестоящего командования? Совершенно верно. Ну, игрушку вот здесь у вас, господа. И вы, наверное, хотите, чтобы я засунул ее обратно в ее коробочку? Это не игрушка, полковник.
Доктор Симмонс, я рад, что вы смогли приехать так быстро. У меня не было выбора, генерал. Билл Шнайдер, вы знаете. Это Джим МакКуэйд, доктор и Ева Симмонс. Что-нибудь не так? Да нет? Просто у вас знакомый вид. Не волнуйтесь, она живой человек. Ну, мои подчиненные, наверное, с вами не согласятся, генерал. Мы ввели Джима в курс дела. Надеюсь, вы сработаетесь, потому что вам работать вместе. Доктор, мне сказали, что программу Евы-8 заложен в ваш жизненный опыт. Значит ли это, что вы мыслите абсолютно одинаково? Да, в ее программу был вложен мой жизненный опыт, но мы не абсолютно одинаковые, нет. Скажите, а какова ваша квалификация, мистер МакКуэйд? Какова ваша специальность? Ну, честно говоря, доктор, моя специальность — это спагетти со шпинатом, с томатным соусом и чуть-чуть чеснока. Вообще-то, доктор, мистер МакКуэйд — лучший специалист в стране по борьбе с терроризмом. Он наш лучший агент. Он должен нейтрализовать Еву-8. То есть ваша специальность — убивать? Кстати, вот у меня еще есть еще один вопрос, доктор. Как мне убить ее? Один серьезно ранен, и женщина, стоявшая в очереди, очевидно, тоже была ранена, но она таинственным образом исчезла после перестрелки. Наиболее уязвимые места примерно такие же, как у обычного человека. Конечности контролируются позвоночником специальной защитной оболочки. Что это за цилиндр? Это просто часть ее защитного механизма. Хорошо, а сердце? Пуля в сердце ее остановит? Нет. Сердце и вся кровеносная система — это, в общем, чистая косметика. Это лишь для того, чтобы медицинская она была похожа на человека, но на самом деле они не функционируют. Кровь у нее течь будет, но умереть она из-за этого не может. Значит, корпус тела не годится. Совершенно верно. Череп очень прочен, и целится, очевидно, лучше всего в правый или в левый глаз. Это очень уязвимые места. Пуля в глаз остановит ее. Значит, в глаза, да, доктор? Мы будем базой. Ты будешь ищейкой. У тебя будет вертолет. Что касается всех остальных, в том числе и прессы, и полиции, мы просто ищем опасную террористку. А вот это, чтобы ты знала, когда включится немыслимое. Если у нее включится ядерный заряд,
Эта штука подаст сигнал. Он не знает, а ему не нужно знать. Чем меньше об этом будут знать, тем лучше. Не волнуйся. Мне сказали, что он лучший снайпер в стране. Он попадет ей в глаз. Срочное сообщение. Кредитная карточка. Ева Виккерс. Сэр. Ева купила себе машину. Красный Мустанг. Также она купила боеприпасов. 250 единиц. Она попросила и получила подробную карту Северной Калифорнии. Мотель «Сосновый бор». Розовую леди. Розовую леди. Вот это неплохо. Это очень неплохо. Очень неплохо, да. Эй, Кэл. Надеюсь, ты не будешь жадничать? Не волнуйся. Я помню, как мы договаривались. Одна на всех, все на одну. Давай, действуй. Что ты ищешь? Может быть, я могу помочь? Я ищу Дженис Джоплин. Дженис Джоплин? На этой машине, дорогуша, ты ее не найдешь. Дорогая Дженис умерла еще до того, как придумали этот автомат. А может быть, мы с тобой перешагнем в 90-е годы? А может быть, просто снимем номер? Сэр, мы сейчас летим на север, вдоль первого шоссе. Хорошо, понял. Ну, доктор, может, вы расскажете мне про себя немножко? Чем больше я буду знать про вас, может быть, тем легче мне будет пойти и найти эту вашу механическую игрушку. А мое досье вы не читали? Читал. Вам 33 года. У вас есть сын, ему 5 лет. Он живет в Нью-Йорке с вашим бывшим мужем, который раньше был дипломатом в ООН, теперь он писатель, журналист. Господи, у вас столько всяких дипломов, наверное, даже больше, чем нашего у генерала. Но все равно мне это не поможет понять, с чем я здесь имею дело. А ваше досье, мистер Маккуэйд? Мое досье секретно. Но вам не нужно мое досье.
Так именно вам звонят, когда нужно сделать что-то, что не одобрит Конгресс? Совершенно верно. Только не думайте, что я какой-нибудь там особенно ультраправый экстремист. А во что вы верите? Я верю в сильную оборону. Также я верю в то, что мы иногда должны быть порешительнее, когда мы имеем дело с некоторыми злыми людьми, террористами особенно. К тому же я не люблю все эти денежные автоматы и не люблю машины, которые тебе отвечают. Вы вообще не любите машины, да? Вы поэтому так презираете то, что делаю я. Это не презрение. Это невозможность поверить. Невозможность поверить. Мне очень трудно поверить, что человек такой умный, как вы, потратил миллиарды долларов налогоплательщиков, много лет тяжелой работы, и в итоге вы придумали какую-то штуковину, у которой даже нет простого выключателя. Не слишком ли поздно передумывать, дорогуша? Прошу прощения. Тебе нужен твой жемчуг? Иди сюда. Но... Come here. Иди сюда. Come on. Но... You wanna play? Ты хочешь поиграть? Come on. Иди сюда. Show me how you play. Я тебе покажу, как надо играть. Эй, тихо, тихо. А теперь большой сюрприз. Come on. Но? It's not a gun. Это же не пистолет. Come on. Давай. Come on. Давай. Say hello. Поздоровайся. Иди ко мне. Come on, you bitch. Давай, сука. Пожалуйста, не говори так. Oh, no. Нет? I'm very... Я очень чувствительна. I'm sorry. Прости. I didn't know you. Я не знал, что ты чувствительная, сука. Иди сюда. Ну? Ты сучка. Вставай, вставай. Она сумасшедшая. Где она? В какой она комнате? В какой комнате? В машину его, Джек. Тише.
двигаться. Freeze! Не двигаться. Show us your hands, lady. Руки вверх, леди. Show us your hands. Руки вверх. В 10 милях к западу от первого шоссе. Сколько убитых, база? Пятеро. Пятеро полицейских, Джим. Господи боже, не выходите отсюда, я разберусь. Не нужно смущать их. Если вы еще там Успокойся. Вы, очевидно, тот ФБРовец, про которого говорили. Маккол, Маквейд. Ну, неважно. Вот здесь последняя перестрелка была 3 года назад. И кто здесь один идиот, себе пулю в ногу пустил случайно. А теперь целая война, черт. Сосновый Бор. Я хочу узнать, почему какая-то девка убивает моих людей? Вдруг, неожиданно, теперь я не могу вести расследование. Капитан, я понимаю. Понимаешь, да? Тогда, может, ты объяснишь семьям этих убитых? Прошу прощения. База, это Ищейка. Слушаю, Ищейка. Все плохо, сэр. Хуже, чем в Восточном Бейруте. К тому же здесь наши друзья из прессы уже
появились. Нет, тихо это сделать нельзя будет, сэр. Нам придется позвать еще агентов, чтобы остановить ее. Нет, генерал, мы договорились, не привлекать внимания. Так хочет Вашингтон. Хорошо, Руби, мне нужно ее описание. Ну, блондинка, такая, с завитушечками, обтягивающая черное платье, красная куртка с молнией. Как только она вошла, сразу было ясно, что ей нужно. А что ей было нужно? Ну, ей нужно было трахнуться, вот и все. Хорошо, Руби. Давай повторим еще разок. Итак, красная куртка, черное платье. Я же сказал не выходить. Я знаю это заведение. Что, вот здесь раньше были? Не совсем, но я знаю его. И кажется, я знаю, почему она пришла сюда. Наверное, мы сможем где-нибудь поговорить. Сюда, сюда, ребята. Сюда. Я жила недалеко отсюда некоторое время. Мы с подружками часто обсуждали это место. Нас приглашали сюда даже ребята. Но мы никогда не могли добраться с смелости прийти сюда. Здесь ошивались и местные шлюхи. Но я... Я часто представляла себе, как это вот будет, если я приду сюда. Как будет, что именно? Что вы хотите сказать? Что? 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 Я думаю, Ева 8 решила осуществить какие-то мои фантазии. Вот что я хочу сказать. Секунду, секунду. Так, правильно ли я понял? Вы хотите сказать, что это ваша машина решила разыграть вашу подростковую сексуальную фантазию? Да. Это, конечно, покажется невероятным. Невероятно, это слишком слабо сказано, доктор. Так это ваша машина хочет трахнуться, к тому же она психопатка, так, да? Хорошая комбинация. Итак, доктор, что бы вы сделали, если вы были на ее месте? Вы как будто она как будто вы. Так что вы будете делать? Я не знаю, что она будет делать теперь, понятно? Только после того, как все это произошло, я могу сказать, да, но еще кое-что произойдет, прежде чем мы закончим. Вон отсюда, вон. Вон к чертовой матери, я сказал, вон. Дьявол. Если вы будете злиться на меня, Маквейд, это нам не поможет. Вам придется понять. Это работа всей моей жизни, и в итоге... Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Где вы родились? В Санта-Роза. Но здесь недалеко я училась. В колледже. Я очень много переезжала. Где родители? Мать умерла. Отец? Не знаю. Что значит не знаете? Где ваш отец? Я не знаю. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Я жила у ее родителей в Европе. И вернулась только тогда, когда мне было 16. Я много лет не говорила с отцом. Он жил в Гернвилле, а где он теперь, я не знаю. Как его зовут? Билл. Билл Симмонс. У вас есть какие-нибудь еще подростковые фантазии, про которые мне следует знать? Что? О, черт. Я спрашиваю, у вас есть еще какие-нибудь подростковые сексуальные фантазии, про которые я должен знать? О, Господи. Мне что, исповедаться перед вами, а? Вы наверняка в жизни ничего больше не читали, кроме устава. Докончайте вы, леди. Там 5 убитых полицейских. Благодаря вашему орудию для наблюдения. Это значит 5 вдов. Это значит 5 сирот, как и минимум. И неужели вся эта боль для вас меньше значит, чем эта ваша неловкость? Вам придется говорить со мной. Look,
Послушайте, нам придется работать вместе, понятно? Где вы жили? Надо все названия, все школы, в которых вы были, ваши друзья, враги, знакомые. Хорошие воспоминания и плохие. Какая ваша любимая телепрограмма, что вы любите есть, и даже если будет необходимо, как вы любите трахаться? Может быть, Ева 8 решила посетить кое-какие места, где раньше была изобретательница. Понятно, база? Я вам список передам, там туда нужно будет послать людей. Ясно, Ищейка. К тому же, проверьте, где сейчас может находиться Билл Уильям Симмонс. Он жил в Гернвилле по адресу 233 Южное шоссе. Он был армейским инженером в Германии в 60-е годы. Нам нужно заправиться. Хорошо, понял. Срочный запрос. Симмонс Уильям Аллен. Начисление пенсии прекращено. Последний известный адрес. 2331 Харпер Роуд, Гернвиль. Дьявол. Поиск. Коллеги по армии. Не трогай меня, понятно? Ясно, ты. Ты не сядешь за руль, ясно? Нет, Билл, пожалуйста, нет. Что я ж не могу в своем доме делать, что хочу, да? Папа! А ты чего уставилась, сучка? Ну! Ну давай, давай, пропусти меня. Ну, здорово. Так я точно опоздаю. Ну, леди. Мать твою. Эй, леди. В чем проблема, мать твою? А, сука, чертова. О, получила, да? Заткнись и послушай меня. Мы договорились, да? Так что кончаем. Кончай, ясно? Это бизнес, Чарли. Дружба здесь ни при чем, ясно? Нет, заткнись и послушай меня. Или ты с нами, или ты не с нами. Так как? Хорошо, я приеду, чтобы все улыбались. Какого дьявола? Господи Боже! Черт! Боже, а? Ну, баба сорвалась на резке совсем.
Это что? О, боже мой. В чем дело, мать вашу? Она включена. Что значит включена? Как включена? Мне нужна рация. Что значит включена? Мне нужна рация. База, это Ищейка. Ответьте, пожалуйста. База, это Ищейка. Вы слышите меня? Ищейка, это база. Мишень, судя по всему, включена. Повторяю, мишень, судя по всему, включена. Что происходит, черт возьми? Как это могло произойти? Мы не знаем. Очевидно, это было в результате какого-нибудь сильного удара. Она себе поставила 24 часа. Послушайте. Она оружие ядерного боя, МакВейд. Она была придумана для того, чтобы она проникала во вражескую страну. Это наш ответ на их космический щит. И если мы не найдем ее в течение 24 часов, она взорвется с такой силой, что она взорвет с собой 20-30 городских кварталов. Ваше начальство решило, что вам это знать не обязательно. Я выполняла свои приказы так же, как вы выполняете свои. Для того, чтобы включить этот ядерный заряд, нужна была целая система специальных сигналов. Этого не должно было быть. Знаете, вы просто уже чересчур, все вы такие. Вы действительно считаете, что вы Господь Бог? Только, доктор, когда Бог придумал свою Еву, он все-таки немножко подумал. А теперь вы решили придумать получше, для того, чтобы взорвать нас всех, да? Можно? База, это Ищейка. Слушаю, Ищейка. База. Я сейчас очень интересные новости здесь от доктора узнал. Может быть, ведете меня в курс, а? Все в порядке, леди? Мне нужен ваш джип. Но вы не получите мой джип. Нам только что звонили из службы шерифа. Прошла катастрофа на дороге. Там брошен красный мустанг. Ищейка, нам сообщили, что украден джип. Владелец джипа жестоко избит. Джип красного цвета. Калифорнийский номерной знак. Город Сент-Хелена. Срочное сообщение. Коллеги Симмонса, Монтойя. Имя Виктор. Адрес. Город Сент-Хелена. Мне нужен Виктор Монтойя. Будьте добры, пожалуйста. Билл Симмонс живет в доме 29 по Томпкинс Лейн в городе Сент-Хелена. Полиция предупреждена. Прилетает группа поддержки.
Hello, Dad. Привет, папа. How'd you find me? Как ты нашла меня? Виктор Монтойя. Виктор Монтойя. You know Victor? Ты знаешь Виктора? Yes. Да. He said to say hi. Он просил передать тебе привет. Я не знал, что ты знаешь Виктора. Ну и память у тебя. Well, then, ну, I guess you better... тогда, наверное, тебе лучше зайти. О, вот они, да? Там все готово для вас. Так, это дом 29 по Томпкинс Лейн, красный джип, который был украден возле дома. Владелец дома Симпсон. Симмонс. Нет, соседи сказали Симпсон, но, возможно, соседи ошиблись, он живет отшельником. Ну, похоже на то. Где ваши люди? Вот здесь, в конце улицы, но я могу передвинуть их. Нет, нет, пускай их вообще не будет видно. Это моя игра, капитан. А это кто такие? Ваши новые заместители. Слушайте, если нам потребуется, то, может быть, нам нужно будет придумать легенду. Может, вы, ребята, в Лэнгли нам поможете? То есть, каким образом? Ну, можно обвинить в этом иракцев или ливийцев. You recognize this place? Never seen it before. Узнаете это место? Раньше здесь никогда не было. Лейтенант, прошу прощения, мэм. Если она уйдет от меня, не стрелять. Будет стрелять и вас, не стрелять в ответ. Понятно? Но, сэр, понятно? Да, сэр. Ваша задача следить за ней. Понятно? И не больше. Ясно? Хорошо. Ладно. Если все будет не так, как я хотел, то свяжитесь с генералом Кертисом в президиум. И он база. Понятно? Да. Хорошо. Канал я вам включил. Все в порядке. Лежите тихо. База, это ищейка. Ха-ха!
Ищейка, это база. Ищейка, это база. Ответьте, Ищейка, Ищейка, вы слышите меня? Ищейка, это база. База. Это Фрэнк. Что мне делать, сэр? Вы приказ получили, лейтенант? Оставаться на месте. Я видела. Я видела, что ты сделал. Что я сделал, Ева? А? Что ты видела? Что я сделал? Я видела. Я видела, что ты сделал. Я видела, что было, что произошло. Что я сделал, Ева? Что ты видела? Я видела. Ева! Нет! Нет, не делай это. Он не убивал ее. Это не он. Мэм! Черт! Ну что, идем туда? Нет, оставаться на месте, ясно? Он не делал это, Ева. Он не убивал ее. Это не он. Я видела тебя. Я видела, что произошло. Ева. Ева, ты слышишь меня? Ева, послушай меня. Он не убивал ее. Это был не он. Ева. Ты слышишь меня? Ева. Ева. Ева, все в порядке. Он твой друг, Ева. Не делай ему ничего. Ева. Пожалуйста, не делай ему ничего. О, Боже мой. Ева, нет. Беги отсюда. Беги. Ищейка, это база. Ответьте, Ищейка. Ищейка, ответьте. На улицу. Да, сэр, со мной все в порядке. Но здесь один убит, гражданское лицо, и трое наших морских пехотинцев. Мишень не задержана, мишень не задержана. Ну что, ваш молодец все испортил, генерал? Она была у нас в руках. В руках у нас была, черт бы я побрал. Орел, это Ищейка. Посмотрите к северу, от дома Симмонса. Понял, Ищейка. Что вы имели в виду, когда говорили, я не убивал ее? Кого ее? Но дело в том, что я столько лет запрещала себе думать об этом, что в конце концов начала сомневаться, было ли это на самом деле. Не трогай меня! Мне было 5 лет, почти 6.
В тот день шел сильный дождь. Мы поехали за отцом. Он пил в местном баре. Он иногда любил выпить. Не успокоюсь я, понятно? В тот день он очень напился, слишком напился, чтобы вести машину. И очень рассердился, когда мама не давала ему ключи от машины. Они вышли из машины, спорили около шоссе. Иди сюда, дай ключи. Я тебя отвезу домой. Никуда ты меня не отвезешь, понятно? Ну, пожалуйста, мне надоело. Дай ключи, сука. Не называй меня сукой. Как хочу, так и называю, сука. Дай ключи, понятно? Ты напился. Я не напился, я счастлив. Понятно? Дай мне ключи, черт возьми, сука, а? Слышишь? Уйди отсюда вообще, к чертовой матери. Господи Боже! Что случилось? Не знаю. Упала она, толкнула на нее, или она сама поскользнулась, неважно, он все равно виновен. Он уже много лет убивал ее, и наконец-то убил по-настоящему. После этого мы с ним практически не разговаривали. Да, и время не исцелило все. Куда теперь, по-вашему, она может пойти? Я думаю, она полетит в Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Почему в Нью-Йорк? Чтобы увидеть Тимми, моего сына. Вы уверены насчет Нью-Йорка? Я знаю теперь, что она делает. Вам это покажется безумием, но она переживает всю мою жизнь. Только у нее нет никаких барьеров, никаких блоков, ничего. Я не знаю, что с ней случилось, но все эти блоки, что мы поставили, они исчезли, они сняты. Она делает то, что я, может быть, хотела бы сделать, но на что мне никогда не хватало смелости или храбрости, или не знаю чего. Мы не можем ошибаться насчет Нью-Йорка, иначе мы будем не там, где нужно, и не тогда, когда нужно, и погибнут много невинных людей. Для меня очень важно быть хорошей матерью для Тимми. И я знаю, она полетит в Нью-Йорк за моим сыном. Я должен точно знать, Маккуэйд, я знаю, что я права. Мы отправили наших людей во все аэропорты Нью-Йорка. Мы знаем, как каким рейсом она летит. Мы проверяем, но очень много сейчас рейсов, сэр. Боюсь, господа, теперь пора признаться во всем президенту и мэру города для того, чтобы начать план по эвакуации населения города. Дайте нам еще время. Если улицы будут забиты тысячами людей в состоянии паники, мы никогда ее не найдем. Генерал прав. Сейчас нужно или умереть, или действовать. Господи Боже, тогда действуйте. Она нас обогнала немного, но наши люди на месте в Нью-Йорке. Они ведут наблюдение. Для вас это, наверное, все рутина. Что именно? Трупы, что людей убивают. Вы знаете, многие мои друзья были убиты. Их отправляли в этих пластиковых мешках домой. Нет, это не рутина. Послушайте, послушайте. Мы верим во что-то. Мы делаем то, что мы делаем, потому что мы думаем, что это поможет людям. Может быть, войну предотвратит, я не знаю. Мы это делаем не для того, чтобы уничтожать кого-то, а для того, чтобы сохранить образ жизни, который, по-нашему, очень важен.
Главное, что вы хотели сделать все хорошо. Даже если вы забыли поставить там выключатель на ней. Thanks, McQuaid. Спасибо, Маккуэйд. Джим. Джим. Ева, надеюсь, вы понимаете, я сделаю все возможное, чтобы ничто не случилось с вашим сыном. Но неизвестно, что нас там ждет. Я понимаю. Что-то он делает, а? По-моему, он учит русский. А может быть, мужа и ребенка оттуда вывезти? Если мы их и вывезем, она вообще может не появиться. Первый — это Кондор. Это первый. All clear. У меня все спокойно. Unit two. Второй. All quiet around back. Здесь сзади все тихо. Третий. He's down in the street. Он на улице. Кондор, это третий. У меня все тихо. Кондор, это Ищейка. Мы вас будем примерно через 15 минут. Вас поняли, Ищейка. Unit three, where's that woman's dog? Третий. She hasn't got her dog with her. Что это женщина без собачки? Где ее собака? Unit three, come in. Третий, ответьте. Come in, unit three. Третий, ответьте. Unit three, come in. Третий, ответьте. Unit one, we've got trouble. Первый, тревога. Черт. Кондор, это первый. Третий мертв. Мишень в здании. Повторяю, мишень в здании. Ева? Что ты здесь делаешь? Я что-то не понимаю. Тимми здесь? Да, конечно. Сейчас же уикенд. А у тебя точно новый облик, я скажу. Ну?
В чем дело? Что случилось? Where's Timmy? Где Тимми? Are you okay? С тобой все в порядке? I need to see my son. Где мой сын? Where is he? Где он? I need to see him now. Он мне нужен немедленно. Что происходит, а? Какого черта? Что происходит? Привет, мам. А, Тимми, что ты здесь делаешь? Ты скучал, правда? Ты ведь правда скучал? Тимми, я люблю тебя. Ты это знаешь, правда? Мне очень жаль, что мы так мало времени проводим вместе. Ева, Ева. Точно расстроен. Успокойся. Давай сядь и поговорим. Пожалуйста. Ева. Давай поговорим. Пожалуйста. Успокойся. Я приготовлю сейчас кофе. Эй, Тимми, ты не поможешь мне маме кофе приготовить? Хорошо, пошли. С мамой все будет в порядке? Да-да, все будет хорошо. Алло. Питер, да. Тебе трудно будет это поверить, но это Ева. Что? Женщина у тебя в квартире, не я. Кто это говорит, черт возьми? Посмотри в окно. Что? Пожалуйста, Питер, это не шутка. Посмотри в окно. It's me. Это я. Oh my God. О, боже мой. Listen carefully. Слушай внимательно. Твоя жизнь и жизнь Тимми зависит от того, как ты сейчас будешь себя вести. Ты знаешь, над чем я работала в последнее время? Питер, да. Она один из моих роботов. Слышишь, и она очень опасна. О, дьявол. В чем дело? Что мне делать? Что мне делать? Пусть он и Тимми выйдет оттуда. Пусть они спускаются вниз. Мы встретим внизу. Эй, ты слышишь меня? Питер, да. Ты должна Тимми вывести из квартиры. Слышишь, ты должен его вывести. Вас внизу встретят. Понятно? Да, я слышу, понимаю. Ну так сделай же это сейчас же, прошу тебя. Где мама? Не знаю. Мы сейчас с тобой пойдем погулять. Но, папа, тихо. Очень тихо нужно все сделать. Понятно?
быстро. Он еще жив. Скорую помощь, немедленно. Она вышла через второй выход. С дороги. С дороги. Мой сын Маквейд. Назад, я сказал. Отпусти меня. Я хочу к маме. Все будет в порядке, не волнуйся. Я позабочусь о тебе. Эй, куда идешь ты, сука чертова? Она в метро. Станция 53, улица 5 меню. Понял, ищейка. Ну-ка, покажите мне карту города в этом районе. Господи Боже. Осторожно, с дороги, с дороги. База, это ищейка. На 53-й улице и 5-й авеню. Станция метро. Много убитых и раненых. Продолжаю преследование. Назад, все назад. Маквейд. Хорошо. Остановить поезда, эвакуировать пассажиров. Сообщить нью-йоркской полиции, чтобы они не лезли в это. Еще не сказал, чтобы мне кто-нибудь выстрелил. Пожалуйста, позовите кого-нибудь на помощь. Пожалуйста. Сэр, нам сообщили, что там что-то с компьютерами.
can't stop the train. Они не могут остановить поезда. Это ее рук дело. Твою. Ты чего уставилась, сука? Никто перед тобой дверь не закрывал, небось? Мама защитит тебя, обещаю. Ева, мама, мама. Ева, бросай его мне, прошу тебя. Ева, пожалуйста. Пожалуйста, бросай его. Ева, пожалуйста. Thank you.
Ну да как, в порядке? Беги! Doc. Эй, док. Won't give me a hand? Не поможете мне? Похоже, что вы все-таки нашли выключатель, да?